Всем большой-большой привет! Сегодня только под вечер выбрались на прогулку. Решили проехать по нашему Минску, посмотреть, что в центре происходит, что на посещаемых улицах. Да и просто проехать. Как папа говорит, нужно выгуливать машину. Так что сегодня выгуливаемся мы сами и заодно машину выгуливаем. Сегодня 1 мая, выходной день, праздник труда. Субботники были? Конечно. Субботники были. Все у нас как надо. Страна готовится к 9 мая. Кстати, учитель проводила очередной опрос, кто придет в школу 4 мая. Из 27 человек один сказал, что придет. У нас вообще в классе 32 человека, 5 пока воздержались. Вот отпразднуем праздник Великой Победы. Хоть бы цифры еще вверх не пошли, хотя куда еще дальше. Сегодня так заметно улучшилась погода, солнечно, потеплело, но не пустынно. Отнюдь не скажешь, что в стране самая изоляция. И это причем такой спальный район. Едем по особо любимому месту для прогулок, в сторону Немиги. Как у нас здесь с народом дела обстоят? Ну, все-таки еще сказывается, что длинные выходные, многие поуезжали. Обычно здесь толпа была, что да. Смотри, щейка нет. Да, обычно, да. Это как ночью. Это правда, обычно ну, здесь толпы гуляющих. Возле галереи чуть-чуть людей, потому что здесь обычно в раз 10 точно больше. Угу. Немного людей. Но вот такой пустой парковки возле дворца я не видела никогда. Мы гуляем в самом тусовочном месте Минска. И я говорю. Да. Там, где ночью веселятся, а ночью... А днем спят. Людей совсем мало. Смотри, там люди. Ну, почти нету, но мне тоже нравится. Да. Статуи, которые могут шевелять. Ты же себе берешь, а не меня. Шевелятся, да. Шевелятся. Денежку бросают, они там. Например, вот такого цвета. Да. Мало людей, мало. Да. Ой, совсем пустынно, правда? Да, такие же, как и мы. Вышли гулять. Да, после, да, знаешь, да. Что людей не будет, можно гулять спокойно. Без риска. Да. Ну, красиво. А здесь жить можно? Можно жить, да. Здесь, на самом деле, очень такое атмосферное место. Несмотря на то, что здесь в основном эта тусовка все время происходит, тем не менее, вечером здесь можно встретить музыкантов интересных. Здесь весело, прикольно. Сейчас вечером. Даже не только вот молодым девчонкам и парнишкам. Как я. Как я. Молодым, как я, да. Весело. Молодой парнишка. Рано душой не стареть. Да, и причем здесь будешь гулять, в одном уголке белорусские народные песни спевают, в другом барабаны какие-то там ритмы отбивают, в третьем йогой занимаются, в четвертой там что-то наподобие я еще помню, сальсы вот... отплясывают. Нет, не... а то что-то можно кататься на них? Давай. Лошадка, да? Страшно? Доминик, и ты уже? А Доминик тоже увидел лошадку. Сынуля, ты тоже хочешь? Все-таки настроение вообще здесь классное, правда? Мне нравится. Все, на музыку наш парень ушел. Нет, уже. Почти закат.
Всем хорошего настроения, всего хорошего. Забирайте, он по цветочкам пошел. Скорее, с клумбы забирай. Скажи, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, все такое. По клумбе идет, ты что? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, буду рада видеть вас в своей компании. Пока-пока.